любительском видео, снятом 6 февраля, клубы густого дыма. Как станет ясно чуть позже, это последствия аварии на магистральном трубопроводе по улице 8 марта в Химках. Случилось все около полудня. На место утечки сразу прибыли коммунальщики. В кратчайшие сроки специалисты попытались устранить аварию, однако справиться с ней быстро не удалось из-за высокой температуры внутри тепловой камеры. Были разработаны мероприятия по ограничению локализации аварийного участка, перевод потребителей тепловых ресурсов по резервной схеме, что позволило сохранить отопление в многоквартирных домах и также провести необходимые ремонтные работы на аварийном участке трубопровода. Работа системы теплоснабжения по резервной схеме предполагает снижение температуры отопления. Однако полностью ни тепла, ни горячей воды жильцов многоквартирных домов не лишили. Как говорят специалисты, по предварительным данным, причиной прорыва теплотрассы стала неисправность спускного клапана. Сейчас работы на месте утечки продолжаются. Коммунальщики планируют завершить их уже сегодня.